слышат кусты. Да. Да. Нас слышат кусты. Кусты нас слышат. Они слышат, как на кипящей крови смертных назревает наше спасение. Да. Да. Да будет их плоть пришита к стенам. Что же такое человек без его душной пустыни? Без его высохшей, истощенной плоти? Да построим мы крепкую пустынь. Да посвятим мы это хранилище из плоти и крови могущественному возвращению уравновешенных. Равновесие — это ключ. Да, уверь в равновесие мое. Смертное дитя, равновесие всегда побеждает. Запустение. Вечер у нас шокирующая экстренная новость. В одном из ночных клубов в центре Остина была совершена смертоносная террористическая атака с применением химического оружия. Сообщается о более чем 56 жертвах, и их число, похоже, будет только расти. Власти и полиция все еще не установили местонахождение причастных к нападению подозреваемых. ФБР сделало заявление, в котором утверждается, что террористы принадлежат к иностранной группе экстремистов, известной как «Просветленные». Если у кого-то имеются кадры белого Ford Transit с затемненными номерными знаками, обратитесь в местные органы власти. На пути к позиции. Три команды прикрытия идут к сектору 7. Сектор 7 на месте. Здесь чисто. Ожидаем команд. До связи. Приближаемся к месту. Будем в течение 3 минут. Ждем дальнейших указаний.
часа. Всем подготовиться к высадке. Проверьте оружие и наличие патронов. Прибытие через 2 часа. Всем подготовиться к высадке. Проверьте оружие и наличие патронов. Прибытие через 2 часа. Всем подготовиться к командование наконец-то решило вести спецназ. Что ж так долго, господа? Мы не ждали прибытия оперативников, тем более наемников. Когда командование отправило ваш отряд? И где, черт возьми, остальная часть вашего отряда? С тех пор, как этот хренов культ начал возиться с артефактом, мы постоянно теряем членов нашего отряда. Каждый неверный поворот в этом чертовом лесу будет обязательно иметь последствия. Высшее командование заверило нас, что это угроза класса Евклид. Но я уже как-то сомневаюсь. У нас есть локация на ритуальной площадке и где-то несколько пехотинцев по периметру артефакта. Я не понимаю, почему высшее командование просто не разбомбило его. Это бы очень упростило мой выбор карьеры. Да, насчет разбомбить. Поверьте мне. Я не думаю, что мы имеем дело только лишь с кучкой шизиков, писающих в кусты. Похоже, что эта аномальная структура излучает какой-то защитный электромагнитный импульс. Ни один, черт возьми, сектантский чудик не способен сбить F-35. Это Деметр, мобильно-оперативная группа Грома Хелеса. Произошел контакт с неизвестным существом к северу от нашей позиции. Даете разрешение открыть огонь? Связь не работает. Решать тебе. Что это, блин, за хрень? Это вообще человек? Слушай, Диметра, что сказал слепой, войдя в бар? Всем привет, кого не видел. Поняли прикол? Кого не видел? Вместо того, чтобы петросянить, почему бы тебе не сделать нам одолжение? Убить эту гребаную мерзость!
слышат кусты. Да, они наконец-то слышат наше спасение. Кусты действительно слышат наши слова. Какое прекрасное время свидетельствовать о прибытии нашего Избавителя. Мир жаждет нового начала. И все вы здесь, чтобы лелеять этот новый мир. Ну, как-то не знаю. Этих кустарников довольно много. А вы уверены, что у нас достаточно боеприпасов? Просто экономим патроны. О, нет. О, дерьмо. Вот дерьмо! Что? Что это такое? Что происходит? Если мы не начнем распылять наши шальные пули, он погибнет! Зевс, давай-ка лучше успокойся. Давай-ка лучше успокойся? Ты хочешь, чтобы я спокойно наблюдал за этим грёбаным жертвоприношением одного из лучших членов моего отряда? Стервятник, мой брат, мы на заданиях с самого первого дня. Я больше не позволю терять своих людей ради этих маниакальных шизиков. Но искупление требует воли. А воля требует жертвы. Великой жертвы. Чтобы восстановить равновесие в этом новом мире. Равновесие — это ключ. Равновесие всегда побеждает. Артемида, у тебя за спиной! Дерьмо! Бегите! Бегите! Валите отсюда! Уничтожьте этот чертов артефакт! Слышишь это, мое дитя? Слышу что? Кровь, текущую из твоих ушей? Это, наконец-то, свершилось. Они сделали это. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Айрон Ники. Роли озвучили Елена Лунина, Кирилл Патрино, Артём Бахтина, Роман Волков, Андрей Бахтин и Михаил Полежаев.